У Балхаша прооперировали младенца с зеркальными органами. Девочка появилась на свет с врожденной патологией. Все внутренние органы у Тамирис были смещены, а сердце находилось справа. Из-за крайне тяжелого состояния ребенка нельзя было транспортировать, поэтому в Балхаш приехали карагандинские хирурги. С областной детской клинической больницы была вызвана бригада врачей. В срочном порядке они выехали, операцию провели. Операция длилась 2 часа. Операция прошла успешно, можно сказать, сейчас уже находится в семье, дома.